Люди спешат, кто в школу, кто на работу. Но увидев георгиевские ленточки, останавливаются. Берут для себя и для друзей. Люди подходят, расхватывают прям все моментально. Берут по много штук, просят, сразу же одевают. Георгиевская лента с конца 16 века была частью высшей армейской награды – ордена Святого Георгия. Во время Великой Отечественной войны она украшала орден славы. Сегодня черно-оранжевый символ победы на сумках, одежде, автомобилях. Это стало уже традицией в преддверии 9 мая украшать себя георгиевской лентой. Память о Великой Отечественной войне. В течение всех майских праздников силами волонтеров будут раздаваться эти георгиевские ленточки, в частности, из с 26 по 9 мая. Поэтому память мы храним о героях Великой Отечественной войны. И эту акцию будем проводить вплоть до 9 мая. Она продлится, получается, около 13 дней. Символ памяти раздается на центральных улицах, площадях и, естественно, бесплатно. Организаторы пообещали, георгиевских ленточек обязательно хватит всем желающим. Ольга Килешна, Николай Молоденов, Новости 24, Муром.